Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр, и сегодня мы продолжаем играть нашу любимую игру под названием Overlord Rising Hell. И, ребята, я могу себе смело вам заявить, что это самая классная игра для меня, которую мы сейчас проходим на нашем канале. Мне она больше всех нравится. Так, там мы были. Там все, мы там везде были. Пойдемте, ребята, выполняем задание. Степные холмы, небесные обители, это что? Небесные обители, ясно. Давайте прям на небесные обители, я не понял, что это такое. Я был здесь или нет? Чё-то я не помню такое. Либо это под землей там находилось, либо нет. Слизь, запах разложения, гниющие трупы. Все напоминает мне одно. Воу, чё это такое? Над этими заболоченными землями возвышается город, небесная обитель. А внутри него угнездилась великая ангельская цитадель. Словно муха на навозной куче. Здесь что-то еще не будет, брат. Послушай, дружище, лагерь переполнен. Мы больше не можем принимать людей. Да и для твоих маленьких друзей места нет. Ты уж извини. Извините, милорд, но судя по тому, как этот господин одет, он не беженец. Он направляется в город, а не из него. То есть вы на самом деле хотите войти? Что это на вас нашло? Вы ведь знаете про болезнь, про зомби. Город закрыт по приказу сэра Вильяма, нашего губернатора и паладина. Он даже отменил собственную свадьбу. А невеста не из тех, от кого захочешь сбежать. Если вы со своими друзьями захотите туда прогуляться, будьте моим гостем. Думаю, если хорошо поискать, можно найти дорогу. Однако должен предупредить, что там небезопасно. От нас помощи не ждите. У нас и в лагере работа не в проворот. Зомби — это еще не самое страшное. Зомби? О чем вы говорите, ребят? Давайте вот финю размочим. Так, и пошли. Больше что-то тут настроили. Мне интересно, что здесь больше мешки кто есть. Так. Да, я знаю, может быть попасть, но это уже потом. Туда надо попасть с помощью канализации, которая находится вон там. Если кому-то интересно. Мы, наверное, будем пока что не будем идти, смотрите, что такие за трупаки какие-то валяются. Так, совершенно случайно сюда попал, я вообще не планировал сюда идти. Вот у нас... Мне плохо, у меня все болит. Можешь смотреть, что тут лагерь беженцев. Что лучше, сидеть там с теми или здесь с этими? С этими стенами. Сэр Уильям запер остальных, запер их в этих штуках. Каких штуках? Что происходит? Что происходит? Держитесь от меня подальше. Уходите! Прочь! Ух ты, ёхный бабай, он в зомби прокатился. Мочить его! Воу! Нападаем! Охренеть, реальный зомби, ребят. Я вышел из города до того, как они его закрыли. Не хотел попасть в ловушку. Офигеть, ребят, реальный зомби. С этим постоялым двором что-то не так. Я даже не знаю, что лучше, сидеть там с теми или здесь с этими. Это я уже слышу, чувак. Так, что это у нас? Лучники эти стоят. Так, это можно отодвинуть, да? Чуваки их не отдвинут. Ай, тонут. Да, это здесь нужно, ребята, водяные. Да, может быть, это отодвинуть. Это у нас потом. Я даже не знаю, что лучше, сидеть там с теми или здесь с этими. Хорошо, чувак. Эй, Громила, иди сюда. Чё на тебе? Слышал, ты ищешь способ проникнуть в небесную обитель. Да ты чокнутый, если так. Но у меня там семья. Может, именно такие чокнутые нам сейчас больше всего и нужны. Смотри, вон там сточная труба. Я видел, как оттуда выбрались несколько беженцев. Их было мало, да и выглядели они плохо. Очень плохо. Но если тебе нужно в город, то другого пути нет. Если вы хотите перейти водное препятствие, вам нужна помощь синих прихвостней. Они умеют парить над водой. Где-то они тут поблизости должны быть. Вот. Это заграждение последнее, что стоит между нами и теми существами. Ух ты, ёхан, давай, ребят, глядите. Да, пацаны. Крылья! Тут встаньте.
А мы с Бруми сейчас разберемся с баранами и с овцами. Пусть пока не обстреливают там все. А мы занимаемся интересным баном. Ты чё, баран? Вали нафиг. Слился немножко в жизни. Ну, ничего страшного. Так, что здесь ничего интересного есть. Так, такого особенно ничего нет. Так, какие-то обкидывают. А чё они? Чё это, ребят? Красные! Давайте, Фини, страдайте. Сюда. Еще. Вот так. Вот так-то лучше. Ура! А мы сейчас идем по-умному, ребят. Смотрите. Здесь у нас пацаны стоят. Я так уже делал. Назад! Ты какого черта ты это сделал? Входим. Хочешь, чтобы твои мозги сожрали зомби? К оружию! Они приближаются! Красные, стойте! Давай, ну, поставим красный. На, падла! Вы не хотите уходить из лагеря? Так. Ближе, 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 ближе. Назад! Красные! Вы не хотите уходить из лагеря? Сюда. Насколько помню, чувак, это чуваки эти бессмертные, так что они могут вот воевать, чем захотите. Вы не хотите уходить из лагеря? Пацан, давай. Опа, видите, на них, ой, как хорошо действует огонь. Так. Пацаны. Сюда. А давайте начнем битву. Почему бы нет? Чего это будем прятаться здесь? Давай, так, убираем всех. Все! Готово, ребят? Начинается. Потасовка, говорю, начинается. Гоу! В атаку! Вперед! Вот так! Вот так, сейчас мы все ниже их перебьем. Да, нормально, я думал, что не опасно очень будет. Так, а нет, все в порядке. Мы и так замочили хорошо. Вот так! Вот, вот так, сейчас тоже немножко нежу. Объем. Отлично, хорошо, так посмотрели все, значит. О боже мой, ой, я ее помню. Так, мы пока к ней не пойдем. Что у нас тут, что у нас здесь? Здесь все хорошо. Ладно, давайте мы к ней сходим. Суккуб. Прелестная женщина. Ребят, нападаем. Какие они? Она сейчас будет. Давай. Что нужно? Немного любви. Куда? Лови их. Лови, ты, блин, скотина, смотри. Что творит? Умрешь, ты, папа. Вот так. На. Ой, блин, замочил чувака себе одного. Ну ладно. Чувак, блин, старался. Да, жалко, конечно, пацана, ну, ребят, что поделаешь, сукубы они такие. Хоть кого-то нам ухватило. Возьмем, вот, еще чувак есть. Так, отлично. Что у нас здесь? Здесь нам тоже нужны чуваки эти. Эй, к нам не пойдут. Это птички-бух. Они очень глупо выглядят, но готовы укокошить любого, кто приблизится к их драгоценным яйцам. Ух ты, блин, там, ребят, золото или что-то типа того лежит. Мы их, может, там выманить как-нибудь? Тихо, вы чё? Так, где-то... Куда? А! Тихо, пацаны! Зад. Сейчас мы просто пойдём, посмотрим, что ещё есть. У нас такой маленький экскурс. Падла. Смотри, какая дерзкая. Птичка бой, иди сюда. Вот так. Так, это что? Ага, здесь мы выберемся еще. Это как раз будет уровень синими. Синий специально будет. Все у нас еще впереди. Вообще мы зашли как-то рано слишком. Мы еще даже не успели, мы еще никуда зайти. Еще так много чего интересного здесь есть, ребят. Все мы еще и посмотрим, и узнаем, и поиграем. Все у нас еще впереди, ребят. Много локаций. Интересные, неинтересные. Хотя нет, здесь, ребят,
Все локации интересные, все очень разнообразные, свои всякая атмосфера на каждой локации, так что, ребят, будет не скучно. Пойдем туда, посмотрим, что у нас там еще. Там мы сукуба там замочили, но еще все сделать не успели. Там что-то интересное. Так, что это? Бери. Новая вещица. Обожаю обновки. Так, вы там тащите вещицу. А вон, кстати, эти синие. Ну, чтобы их открыть, нужно вам зеленые. Так, ясно. Мы себе пройти нельзя на пути. Нет. Так, ребята, позвольте пойти как-нибудь и открыть эту фигню. Запросто. Красавчик. Пацан за мной. Теперь у нас там есть сюда проход. Отлично. Ну, там вот еще сходить посмотреть. Ну, здесь, надо видите, везде синие. Там синие, здесь синие. Здесь уровень построен на синих. Но там мы открыли себе проход. Вот он. Там мы пойти не сможем, здесь... Нужны. Я знал, что синие найдут убежище в какой-нибудь милой сырой дыре. Ступайте, господин, нужно забрать их гнездо. Ну да, ступайте. Нам нужно еще зеленых найти, чтобы туда ступить. Вы не хотите уходить из лагеря? Так, там еще где-то вход был. Другое место. Пойдем посмотрим. Все, надо исследовать здесь. Ну а чтобы здесь пойти дальше, нужно зеленых хватить. Неплохо. У меня все болит. Так, сюда можно пройти еще. Вот. О, как много здесь овечек. Мочим. Воу. Чувак, успокойся. Нифига, это все мое. Много душ, много душ. Очень много. Чем вот посворачиваем шею овцам. Какой, блин, злой. Бедные овечки. За сколько он засинул, что успеет эту овечку уже пострадала. Так, здесь тоже проход, скорее всего, будет кого-то. Ребят, собирайте все, что вам надо. И пойдем на кладбище, офигеть. Весело, блин. Ребят, ладно, все. Пойдемте дальше. Идем на кладбище. Давай. Оу, как много здесь, смотрите. Тихо, пацаны, назад. Ко мне все. Вперед. Так. Так, что здесь там? Да, там всегда много чего есть. Мне просто удивлялось, как это. Много сюда что есть. Золото, может, всякой фигни. Кстати, ребята, очень действительно вот эта фишка есть. Когда ты много золота набираешь, в вашем замке появляется кучка золота. И можете выходить, смотреть, сколько золота всего набрал. И вообще, если у тебя хорошая корона. Это мне всегда нравилось. Я пытался максимум золота набрать, чтобы все было до конца забито. И у меня, ребят, такое получалось. И попробуйте сделать это. Пока что берем золото, все, что надо. Так, вперед. На. Ходи. Золото, ребят. Золото надо. Чё за... Эй! Серед, простите, у меня просто, блин, пропал звук. Опять, наушники отключили сами по себе. Так, что это такое у вас? Красный, высасывайте. Ну, да, снял фильм это. А тут у нас побоище красных. Здесь нам нужны красные. И вон еще какие-то там стоят, чуваки. Урия! Хозяин! Сейчас посмотрим. Так, что это такое у нас? Ух, ни хрена! Так, красные. Урия! Красные! Вставайте здесь. Урия! Бурый, давай сейчас начнем. Все! Так, все ко мне. И все в атаку.
Налетай, налетай, опа. Так, ну, можно, потому что слишком здесь много этих. Чё это они хрень куда кидают нас? Вы чё? Ага, здесь не пройдешь. Так. Ух ты чё, блин? На. На. Отлично. Ты вот останешь? Не. Туповат немножко нас, пацан. Ух, как он здесь до хрена просто. Вот, видите, в чем проблема? Нужно от красный. Наверное, тут всякие штуки подбирать. Их мочат. Вот за это погибает красный. И в принципе, первый раз погибает. И вот такая вот, блин, проблема. Идут! Нападаем! Нападал. Ой, своих, блин, мочканул хорошенько так. Много вещей, блин, набрали. Офигеть, как много. Всякие интересные штуки здесь. Штуки-дрюки. Так, пацаны где-то стоят. Угу, там еще он вход, ребят. Потом посмотрим. Сейчас я сопроводим наших чуваков, потому что там вроде рычаг надо тут открыть, да. Рычажок, и вон еще путь, нифига себе. Так, вы, ребята, открывайте. Все, дальше не дадут сами. А мы пойдем в следующий, не терять время. Что это у нас такое? Вроде бы ничего интересного здесь. Ага, ни хрена не интересно. Смотри, блин, сколько золотишка. И всякой фигни интересной. О, отлично. Не зря мы с тобой пошли. А это что? Воу, как это так получается? А, это еще один вход. Потому что мы вернулись назад. Вот, вы, ребят, еще один. Да, теперь жизнь у нас стала больше. Ребят, ко мне собираемся. Вот у нас тут куча чуваков. Тут там что-то еще. Давайте обойдем. Я в центр там бегут. Долго там бежать еще? Чё-то их даже не видно. Кажется, мне где-то застряли. Ладно, мы сейчас будем отсюда уходить. У нас пока нет ни зеленых, ни синих. Так что... Ну где они там? Чё-то пока никого не слышим. Здесь у нас уже бур взять. Да? Возьмем одного бурова. Ого, это для синих. И для зеленых. Ёхану, давай, смотрите, как тут интересно все. Для зеленых. И тут для синих. А зачем это надо сделать? Зелен так. Где красный? Ага, вот, здесь еще там проход. Здесь можем ходить только мы пока что. Ладно, все, ребят, пошли отсюда. Уходим и идем в другое место, в другую локацию. Посмотрим, какие новые знаки попоняем. Здесь мы уже все исследовали. Ну, не все, конечно, здесь у нас еще нужны синие, зеленые, помощь их нет, чтобы все исследовать. Ну, уже большую часть мы исследовали. Видите, где наши чуваки застреляли там? Бежали, бежали, не добежали, блин. А, вот они! Куда вы? Застряли, пацаны, все-таки. Так. Куда? Башня? Да, давай, башню. Перемещаемся мы в башню. И пойдем глянем, сколько у нас золотишко там. Так, вот я уже бегу золотишко смотреть, чтобы мне не тратить время. Быстро сейчас глянем. Вот такая у нас уже кучка. Ну, уже, в принципе, более-менее там я вижу какую-то тарелку золотую, кубок. Вот на мое богатство от Ютуба. Да,
Давайте посмотрим, может что-то приобрести можно. В принципе, копейки боков не будем. Может, чем приобретем. Интересно. Давай. Что это, статуи какие-то. Такие чуваки. Трон. Башня. А это не надо. Мне кажется, давайте мы трон возьмем. Купим. У тебя прекрасный вкус. Он мне тоже такой трон нравится. Прикольный трон. Еще у нас уже 800. Давайте мы стражей поставим. Тоже нет, прикольная тема. Совершенству. И все. Золотишко у нас кончилось. Хотя осталось 399, но это маловато. И у нас уже изменилась. Вон наша кучка же. Мешочек и парочка золотишка. Так. Дам. Вот наши такие стражи. И офигенный трон. Мы, кстати, можем вот бабу мочить. Вот так. Ой! И все, тебя будет мочить нас. Бежим! Черт, мы застряли! Женщина, уйди! Тихо! На! Дай я посади, убегаешь от нее. О! Так. Займись делом. Покажи мне, что такое настоящее. Вот у нас тут два задания. Степные холмы. Небесная обитель, три задания. Небесная обитель, три задания тоже. Только это болото уже. Земельная кутежа, ноль знаний. Ну, там нечего делать, ребят. Ладно, дальше мы уже подойдем в следующей серии. Всем удачи и всем пока, дорогие друзья. С вами был Лысый Пятая. Скрилл, дроп ит хард!